Мойка и дезинфекция контейнеров теперь входят в стандартную процедуру содержания мусорных площадок. Региональный оператор закупил специальные моющие машины «Гидромаки». В первую очередь обрабатывают серые баки мокрого или смешанного мусора. В течение дня данная машина может обрабатывать до 150 баков. На территории Сергиево-Посадского городского округа 2000, около 2200 контейнерных емкостей серых, которые будут обработаны, уже разработана дорожная карта по дезинфекции. Моечную машину обычно высылают вслед за мусоровозом, который до ее приезда должен успеть вывести весь мусор с площадки. Если к приезду гидромака мусор успевает появиться в баках, то его загружают в приемный контейнер, который предусмотрен в машине для таких случаев. Баки промывают жидкостью для дезинфекции. Весь смыв сразу стекает в специальный резервуар в машине. Таким образом, исключают растекание грязных стоков по площадке. При необходимости моют баки снаружи. На тарифе за вывоз мусора новая услуга никак не отразится. Тариф у нас за вывоз твердых коммунальных отходов, а обслуживание и содержание контейнерных баков лежит на Сергиево-Посадском региональном оператора. Со своей стороны, сотрудники регионального оператора просят жителей не загораживать машинами подъезды к мусорным площадкам. Особенно это актуально в период самоизоляции, когда машины паркуют на длительный срок и большим гидромаком, и за них бывает довольно трудно подобраться к контейнерным площадкам. Екатерина Фурсова, Кирилл Емельянов, программа «События».